Ура! Это он, это он, это тот сорт. Это королек Батумский. Сейчас будем резать, смотреть. Дочь, как тебе? Ты в шоке? Красивый. В шоке? Угу. Что апельсины бывают такие пятнистые красные, да? Смотрите, ура! Я прям очень рад. Какая-то позитивная прям волна за сегодняшний и вчерашний день. Смотрите, какая красота. Вот так вот сделаю. Фига себе, да? Это королек Батумский. Но я думаю, это не пересорт. Я, в принципе, ждал его красным. Вот, 111 грамм. Красоты, пахнет офигенно. Корочка классная. Толстая, конечно, корочка. Но я думаю, он еще должен был повисеть. Но красота просто невероятная. Ура, ура, ура. Дочь, скажи, сладкий, не сладкий, вкусный, не вкусный? Вкусный, сладкий. Разные, да, как будто эти? Как будто разные соединили апельсинчики. Угу. Сладкий? Да. С толстой корочкой, ароматный, да?